Привет! Это Бросайт, гонзо-блог о баскетболе. И сегодня у нас есть интересная тема для разговора. Что в баскетболе, в баскетбольных матчах еще важно, кроме спорта, болельщиков, вот этих вот крутых ревущих трибун, шоу. Еще важно шоу. Но есть одна классная вещь, которая должна быть на каждом матче. Это чирлидеры. Мы сейчас пойдем с ними поговорим, посмотрим на их тренировку, узнаем, кто их тренирует. Сказали, что там какая-то крутая приглашенная суперзвезда от мира танцев. И все это вообще заценим и посмотрим. Let's go! Парни и девушки, это группа поддержки баскетбольного клуба «Локомотив Кубань». Они пригласили Егора Титаренко. Это очень-очень-очень классный какой-то танцор и хореограф, который участвовал в несметном количестве проектов танцевальных на российском телевидении. И этот чувак поставит крутую хорягу для группы поддержки «Локомотива Кубань». Это круто. Хорошо, только каша. Та-да-да, бум! Фронт – это общий удар. Фронт. Да-да-да-да, бум, еще раз. Если, ну, я знала, что они все запомнят. Это Маша Сорокина, она руководит группой поддержки «Локомотива Кубань». Первый вопрос, ты что такая нервная? Бесит. Что тебя бесит? Они тренируются, приехал Егор Титаренко, они занимаются, там вот это все есть. Что это? Потому что не могут устроить за 9 дней нахрен то, что они делают научно. Потом, что так вы медленно шевелитесь? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Динамику убиваете вообще. Быстрее. Все огромные молодцы. Вот, спасибо вам. Спасибо. Все. А что, потные обнимашки будут? Спасибо. Спасибо. Давай не сборочку. Давай не сборочку. Быстро время пролетело. Его. Вообще не заметно. Спасибо. Чирлидеры звонят, такие: «Эй, Жека, ну-ка приезжай, посмотри, как еще мы готовимся к матчу». Я говорю: «Ну что еще, тренировки, что вам еще?» «Нет, мы сейчас будем в салоне по наведению женской красоты, и ты обязательно на это посмотри». Я говорю: «Окей, обязательно на это посмотрю». Это, как называется, плюшевый диван. Хочу, чтобы все было четко, чтобы девочки... Чтобы лишний кончик не отрезали. Чтобы личный кончик не отрезали, я очень... Чтобы синие не покрасились, она контролирует всегда. Синий? Красить не разрешают. Если бы я взялся за это дело, у меня бы все были такие просто зеленые, красные, оранжевые. Так и что, вы определились с цветом? Да, у нас будет маджента-красный, вот такой. We go around and around and around and around and around and around. Телепортация. Я побывал на тренировке у чирлидеров и сейчас приехал на матч, потому что хочу посмотреть на них в боевом режиме. Нужно зайти в баскет-холл и потом, пока матч не начался, в одном святом для них месте. Поснимаем сейчас их. Стой здесь. Я сейчас посмотрю, есть ли там кто-нибудь голый. Все голые, заходи.
Я думал, они сейчас тут будут прыгать, веселиться, типа, чирлидеры, все такие молодые, походу, самый веселый здесь я. Я видела всех на тренировке, и в какой-то момент Маша была, руководитель, очень расстроена. Ну, ты знаешь, мы стараемся не лажать, но так случается периодически, что да, иногда в команде лажовые моменты бывают. Но это бывает нечасто. А, смотри, какой приятного аппетита, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что ты нам расскажешь? Вкусно? Да. А это обязательно нужно принимать еду перед танцами? Мне обязательно. Это правильно. Я ем всегда. Ну скажи, давай расскажи самый лажово-смешной момент в этом сезоне, когда ты вышел, у тебя ничего не получилось, ты подскользнулся, упал, и все трибуны такие, ха-ха-ха, смотрите, это Даня, он лажает. Такого не было момента, в том году на репетиции ногу сломал. Вот это потех. Это не смешно. Ну, всем было смешно. А я помню, ты потом скакал с утяжелителем на ноге. Да. Правая трибуна. Левая трибуна. Задняя трибуна, срочно. Воу-воу-воу! Будет классный танец, насколько я знаю, из La La Land. Они переоделись в относительно обычную одежду. Я могу с ними выйти, потому что я вот почти такой же, как они. Смотрите. Вперед! Вперед! Я люблю фильм La La Land, я люблю саундтрек фильма La La Land. И я люблю танец, вот этот вот ваш La La Land. Он охренел. Он хороший, очень хороший. А он тебе самому нравится? Конечно, мне нравится. Ты лажаешь, когда его... Что? Ты волнуешься или уже нет? Да, на самом деле волнуешься каждый раз. Вот, потому что стараешься выложиться по полной, на максимум, чтобы болельщики оценили. Бла-бла, да, стандартный набор фраз и всякое такое. А если что-то пойдет не так, что делать? Музыка не включена. Маца! Маца, музыки нет. Делать вот так. Но мы изначально позиционировались как группа поддержки. Что-то... Вы вообще будете говорить смешные слова или вы будете все одинаково всякую неинтересную? Давай, давай, еще раз. Спасибо. Ну, а теперь поможем защититься нашей... Ты стоишь ближе всех к тренеру, ты уже умеешь говорить по-сербски? Нет, не... Да. На самом деле все равно не слышно, что он даже... Я там сижу, когда я слышу, что он орет. Я не слышу. Камон, do the locomotion. Ну, ребят, заключительный танец. Мы немножко про них узнали. Они серьезно тренируются. Они не любят махнушки, помпушки. Они иногда лажают. Но они классные. Они любят свою работу. Это не хобби. Подписывайтесь на канал. И танцуйте. Идите за матчем. Танцуйте. Любите себя, любите всех. И улыбайтесь. И идите дотанцовывать последний танец, потому что треть зарплаты могут вас лишить. Пока. Двигаемся, пацаны. Ребят, вы что, пи***? Это на сон, да?